Сегодня 65 лет со дня рождения одного из самых ярких и всенародно любимых артистов – Александра Абдулова. Актер ушел из жизни рано, в 54 года, оставив нам десятки незабываемых ролей в театре и кино. Он не боялся смены жанров и с одинаковым мастерством воплощал любые образы, будь то влюбленный романтик, смешной авантюрист или незадачливый чародей. Без Александра Абдулова невозможно представить себе наш кинематограф. А в мире театра он всегда был верен Линкому. Ему актер отдал более 30 лет. Сегодня там состоится вечер памяти артиста, которого по-прежнему любят миллионы. Даже уставший, он мог там поспать там 2-3 часа, и он опять с новыми силами куда-то мчался. То есть у него настолько была жизнеспособность, вот эта вот сила и жажда жизни, что я говорю, как-то, ну вот, вот как на каких-то ноги, говорю, на каких батарейках ты работаешь? Ну вот какие-то у него такие особенные были батарейки. И сейчас немногим это дано. Память Александра Абдулова будет посвящен субботний эфир Первого канала. В течение дня известные фильмы с участием актера. «Обыкновенное чудо», «Самое обаятельное и привлекательное». Также не пропустите премьеру. Документальная картина о новых подробностях о жизни и творчестве артиста. Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь.